За несколько дней до большого проката в Москве прошла презентация фильма «Зомбоящик». Гарик Харламов появился на дорожке весьма взволнованным. Картину снимали несколько лет, и комеди-клабовец даже начал забывать об этой работе. Я сейчас посмотрю на себя молодым, потому что это было года 3 назад я снимался. И худым на 20 килограмм. Появилась на премьере и Наталья Рудова. На прямые вопросы журналистов о разводе подруги Настасьи Самбурской актриса отвечала весьма уклончиво. Они не разводятся? Следующий вопрос. А ведь когда Настасья была счастлива, Рудова охотно делилась этим с прессой, пусть и без подробностей. В числе гостей была замечена и пропавшая из виду певица Бьянка, которая, как оказалось, в последнее время частенько отдыхает.